Химках продолжают награждать призеров конкурса «Лучший подъезд». Третьим в списке стал дом номер 14 по улице Маяковской. Конкурс проводит муниципальное предприятие ДСЖКУ. В качестве подарка местные жители выбрали граффити. Стены подъезда украсили египетские пирамиды. Муниципальная компания предложила мне оформить подъезд, так как жители этого подъезда выиграли конкурс. Это им такой подарок. Эскиз жители выбрали сами. Художник лишь доработал идею. Мы отталкивались от цвета стен, потому что окраску стен мы выбрали вот такого персикового цвета. Мы рассматривали африканскую саванну, да, вот мотивы африканской саванны. И совершенно случайно я наткнулась на картинку, где вот именно пирамиды. Краска акриловая, экологична. Рисунок органично вписывается в пространство подъезда. На подоконниках цветы, на стенах картины. Причем предметы живописи созданы самими жителями. По словам председателя совета дома, это только первые шаги. В скором времени здесь распишут вход в лифт и сделают ремонт. Ксения Брагина, Матвей Шинкаренко, служба новостей.